Дальневосточный регион буквально на наших глазах скатывается в пучину новой большой войны. А Совет Безопасности лишь беспомощно наблюдает за этим. Израильская бесчеловечная военная операция в Газе продолжается, несмотря на требования подавляющей части международного сообщества ее остановить. Раскручивание спирали насилия предсказуемо привело к обострению ситуации в Ливане и израильском приграничье, в Йемене и акватории Красного моря.